хотели спасибо сказать за бабушку, что бабушку привезли нам. Рамзан Ахматович нас прислал сюда, чтобы вы помогали людям. Спасибо. Дай Бог матерям. За доброту. Мы против нацистов, вот этих подлых, этих шакалов. Вы знаете, как издевались. У нас закрыты глаза. Непосредственно из фонда Ахмата Хаджи Кадырова поступило 6 КАМАЗов с продуктами питания. Каждый раз прибывает по 45-50 тонн груза в общей сложности. Для того, чтобы у наших бойцов здесь были средства для передвижения, сюда прибыли 6 бронированных автотранспортных единиц. Это освобожденная территория от украинских боевиков. Здесь у нас сейчас склад гуманитарной помощи, которая приходит из Чеченской Республики. Грузовики появляются практически каждый день. За проблемы от Ешевой почвала то, что ты догадывали, то а есть задача, то мало да уж ты делал. И потеряешь я. Ахмат Силович, только вперед, Боже, договорил, дел Бог, что он полного дал, мола, любому кичаду. Ой, республик, ой, пач, яхлар ваш. Дикте якеч, улазин вол так цере, ой, вичу ад церча, одес хала, ракету, а велик ад вичу, ой, цена, уасал дель, мусума дикш ава, дад ваш мадула. Ахмад Ютар, гарнизон ирниш, бу хок, беш, чен дейрам задач, коч, яш, ду, Рамзан Ахматович, ва, ша мел долу мал ах ваш, ду, ше мирни нах, бу цара, сан яч, чор дена, бойш, сан дяшар, дамаш, иш, фронтан, улли, мела, даг яш, дук. Через день получаем гуманитарку, ходим по водичку, все нормально. Если они людей обижали, то вы пришли, мы хоть спать теперь стали, не в коридоре. Даете вы, вот Россия, я всегда была за Россию. Привезли из благотворительного фонда Рамзана Ахматовича, тоже нам помогает систематически на протяжении многих лет. Поэтому хотелось бы поблагодарить. Картошка, крупа, капуста, лучок. Это все на полевую кухню мы кормим людей. Вот. Каждый раз стараемся разнообразить и накормить все население. Если старенькие, пожилые люди, они не могут себя готовить. Поэтому мы на полевую кухню варим и всех кормим. Спасибо большое вашему президенту, что он помог. От лица всех местных жителей большое ему спасибо за помощь. Мы никогда не ожидали, что такая помощь будет. Большое спасибо Рамзану Ахматовичу за организацию поставок сюда лекарства, продуктов питания первой необходимости. У нас сегодня вопросы с обеспечением людей на передовой практически закрыты. Большое спасибо. Это делается по поручению Владимира Владимировича Путина. Месяц, получается, мы сидели без воды, без еды, без ничего. Ну, очень тяжелое было положение. Большая благодарность от всех жителей. Ну, огромное спасибо, что не оставили нас в такую тяжелую минуту. Чеченские ребята зашли и оказали нам сразу помощь. Тут уже у всех слезы на глазах были, потому что вздохнули, сказали, наконец-то. Привезли гуманитарский щенок. Мы просто были ошарашены.